Привет, друзья, подписчики мои! Ну что ж, я думаю, вы все знаете мою ситуацию, то, что у меня были записаны для вас ролики, они удалились, я об этом рассказывал уже, к сожалению. Вот, и вот сейчас просто для вас восстановлю что-то, что как бы не то, что останется, а просто, ну, как бы сниму заново видео, чтобы вам тоже было круто. Они были все крутые, интересные, но вот, к сожалению, увы. Вот такого парня представляю вашему вниманию. Это Zeta Killers от компании И. Я наклеил на него наклейки, сам в шоке, прикольно, так они легли у меня на него. И вот такой у него металлический диск, и вот такой у него драйвер. Фишка этого Ахиллеса была в чем? То, что на упаковке было нарисовано, что у него драйвер идет от Nightmare Longinus, диск идет от Twin Nemesis, верхушка красная. Ну, вы видели на превьюхе, да, там картинка, там коробочка лежит. И вот такая вот прикольная, друзья, у него рама. Она даже не снимается, но этот Ахиллес с этой рамой просто очень классный, очень крутой, много было с ним интересных битв, но, к сожалению, вы их, ну, те битвы не увидите уже, да и бог с ними, да, друзья, надо идти вперед. Вы увидите, то с ними новые битвы, с этим Ахиллесом новым от компании И. Поехали. Но тем круче, дольше коробку не раскрывать. Ефритор от Hasbro столкнется в мега-битве против Zeta Ахиллеса. И с легкостью, я там разобрал немножко, и с легкостью выигрывает у Ефритора Zeta Ахиллес. Дальше, Виктори Валкири. Ускоряется Zeta Ахиллес, хочет провести супер Zeta Booster. Наносит атаки Виктори Валкири. И выигрывает у него с легкостью. Да почему же я в конце этого разбираю всегда, а, друзья? Что это происходит? Играем дальше. Вау, выпал. А, Виннинг Валкири. Ого, Валкири уклонялась от атак, но Ахиллес все-таки догнал свою добычу. И проводит сумасшедшие атаки на нее. И вот сейчас проиграл. Играем дальше. Выбивание с ринга, но Виннинг Валкири Ахиллесу не одолеть даже с рамой, к сожалению, увы. Играем дальше, друзья. Кого мы еще не сражали сегодня? О, Кинкербеус! Выбивание с ринга, запускаем быстренько Грин Твин Немезиса. Вау! Лобовое столкновение для Zeta Ахиллеса. И еще раз. Вау! На взрывном финише, друзья, буду заканчивать данное видео. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставь лайк. Чао-чао.